друзья, сегодня у нас в гостях жук-носорог. Самочку жука-носорога мы его уже смотрели. Я его показывал 1 марта. И вот интересно показать, как он себя прекрасно чувствует. Это самочка, она сидела в другой баночке, специально с влажным субстратом. И вывелась 1 марта. И уже сейчас 15 апреля, 45 дней. Прекрасным образом живет, несмотря даже на то, что произошел несчастный случай на последнем нашем показе. Медведка, очень активная и немножко злобная, откусила одну лапку жучихи-носорожицы. Ну, сегодня у нас эксперимент, посмотрим, как она будет реагировать, например, на наш бананчик. Потому что сидела она совершенно без еды, на влажном субстрате. Ну, я думаю, что она никак не будет реагировать, что мы и наблюдаем. Просто пытается немножко убежать, потому что света много. Света много, и она убегает от света. Или к свету. Свет очень яркий. А сейчас мы слышим, между прочим, если вы слышите шуршание, у нас сейчас будут в гостях другие жуки. Сейчас мы поправим жука носорога вот так. Например, как будет реагировать? Никак не будет реагировать. Просто становится их, захочет убежать. Рядышком шуршат жуки-зафобусы. Потому что они голодные. Голодные, но не холодные. Сейчас мы запустим рядышком жука-зафобуса и посмотрим, как он будет себя вести. Я думаю, что он сразу почувствует запах еды. Конечно, конечно, вот. Еда – это самое главное, что привлекает жука-зафобуса. Нужно поискать, что тут покушать. Могу посадить, садим немножко второго жука. Так, не маленького, посадим третьего. Там общение с жуком, с носорогом происходит. Жук-зафобус немножко более активный. Можно сказать, за гораздо более активный. Особенно сейчас в вечернее время. Но мне кажется, должен быть голодным. И обнаружить еду. Но как-то переселение из одной коробочки в другую оказывается слишком интересным. Надо изучить и жука-носорога. И места обитания, может быть, удастся выбраться. На жука-носорога забрался один уже покалеченный зафобус. Сажаем еще одного. Без лапки. Явно его уже другие зафобусы отгрызли. А все остальные прекрасным образом набрасываются на шкурку банана, потому что она сочная и влажная. Это прекрасная возможность подкрепиться. Правда, жук-зафобус может даже напасть и на жука-носорога. Но вряд ли, вряд ли. Потому что здесь столько еды вкусной и сочной. А жук-носорог бронированный, крепкий, выдержал удар в борьбу с медведкой, а вот уж за фобусом и подавно выдержит. Поэтому начинается конкуренция за шкурку банана. Все отбрасывают один другого, топчутся, ищут чем-либо поживиться. Шкурка банана пользуется успехом. Сюда же подходит наш носорог, ну, просто идет по своим делам, привлеченный светом, тихонечко убегает в сторонку. А жуки-зафобусы, конечно же, весело-весело интересуются шкуркой банана и ее подпитывают. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Давно ли у вас живут жуки-зафобусы, если вы таких нашли в культуре? И видели ли вы жука-носорога летом? Потому что сейчас не лето, но у меня есть жук-носорог, который вывелся и жил на питательной культуре. А сейчас живут два других, но еще личинки, еще не превратились в жуков. Как превратятся в жуков, покажем их. Срочное выведение, насколько они будут крупными. Так что пока-пока. Поэтому если у вас появятся вопросы, даже вы...
какими-то по делу, по защите растений, можете то не только на кухне, а в доме посылать ваши вопросы на электронную почту, предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале. Вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно, интересно. А если захотите выразить свой donation это называется, орг-взнос в поддержку канала. Сейчас это считается нормально. Можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку в Патреоне со своей карточки, которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине, даже не доставая никаких долларов из кармана, не обменивая, сразу со своей карты, в какой-либо своей стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через Patreon. А я укажу вас как спонсора поддерживающего канал. Мы с вами будем еще общаться. В Патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочь, а приятно. А может, даже и не мелочь, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот такой сегодня. Всем привет, дорогие друзья!